Главным продуктом ярмарки было, конечно же, свежее мясо. Говядина, свинина, конина – все это можно было приобрести по приемлемым ценам напрямую от производителя. Цены на данные сорта мяса варьировались от 230 до 300 рублей. Одним из предпринимателей, занимающихся реализацией мясной продукции, является Зинан Ганиев. Предпринимательской деятельностью мужчина занимается с 1994 года. У него личное подсобное хозяйство. Цены ниже, чем на рынке, поэтому товар пользуется популярностью на каждой ярмарке. Приехали в деревню Новоашит. У нас свое личное хозяйство. Выращиваем лошадей, КРС. И по ярмаркам приезжаем, по приглашениям, мясо торгуем. Сегодня вот мы приехали в Николу Березовку. Вот. На следующей неделе в город выедем. Покупатели есть. У нас мясо дешевле, чем рыночного. На прилавках местных производителей был представлен широкий выбор мяса птицы. Ренат Габидуллин предлагал жителям приобрести утку, гуся или курицу. Продукция выращивается в крестьянско-фермерском хозяйстве деревни Уралы, и цена соответствует качеству. 26 лет уже занимаемся крестьянско-фермерским хозяйством. И часто представляете свою продукцию на ярмарках? Каждый ярмарка, да. И здесь, в городе. Вот сегодня я здесь, а жена у меня на базаре торгует. Дороговато, конечно, но... Ну что поделаешь? И кормится тоже дорого. В субботу на площади, несмотря на непогоду, желающих сэкономить на мясе было достаточно. Мы решили узнать у жителей, довольны ли они ценами на продукцию. Какое мясо купили? Говядину. А по какой цене купили вы? Ой, 270. Ага, почему не в магазине покупать, а почему здесь покупать? В магазине? Да, ну что в магазине, там нету выбора, здесь выбор хороший. Скажите, что купили? Гуся. Гуся. Ага, по какой цене, какая вообще цена? Вот этого взяли за 1300. Угу, вообще. Ну, там 1000-1500, ну, от размеров и от кошелька зависит. Сегодня целенаправленно? И главное, как сторгуешься. Ага, сын, целенаправленно за мясом пришли? Да. Да так заехали по пути просто посмотреть. А, говядину. По какой цене? По 300 рублей. Ну, вообще, почему здесь именно приобретаете, а не в магазине? Потому что близко к дому. А с магазинами ценами сравнивали? Как? Сравнивали. Ну, вроде бы дешевле. Помимо мясной продукции, можно было купить мед, сухофрукты, зерно, а также вязаные изделия из натуральной шерсти. Такие ярмарки в Краснокамском районе давно уже стали традиционными и собирают большое количество покупателей.